Братья, уверовавшие в Бухари, говорят: найди мне в Куране пятикратную молитву. Пятикратной молитвы в Куране нет. И сами приводят предания, хадис от Бухари или от Муслима, будто пятикратная молитва была приказана во время вознесения пророка Мухаммада на седьмое небо, то, что называется Миараджа. Но, уважаемые братья и сестры, предание о Миараджи – это калька, копия из зороастрийского Ардавираф. Почитайте Ардавираф, и вы увидите, что Ардавираф был вознесен на небеса, прошел все круги ада и рая, вернулся с божественными повелениями. Бухари и Муслим, как персы, как потомки древних зороастрийцев, очень хорошо знали эту традицию и переименовали Ардавираф в хадис о Миараджи. Откройте глаза и хотя бы знайте, чему вы следуете: Божественному Писанию или же зороастрийской подделке.